Это очередь на домашний матч «Динамо-Барнаул». Подобной футбольной атмосферы болельщики не видели с 2018 года, когда играли в Кубке России с Оренбургом. Больше 1000 зрителей и одна задача – попасть в элитный раунд, где можно будет сыграть с командами из ФНЛ и российской премьер-лиги. Настоящий кубковый матч, да, с серии финалей. К сожалению, мы не смогли третий раз там пройти. Но если говорить по игре, то, наверное, забивая там при счете 1-0 второй мяч, наверное, было бы, может быть, все по-другому. Но опять же, наверное. Скажем прямо, начало у хозяев не задалось. И стартовая половина первого тайма прошла с преимуществом Тюмени. Так, на 19-й минуте матча лучший бомбардир гостей Данил Карпов открыл счет в матче. Все, именно здесь опасно! Ай-яй-яй! И залетает мяч в ворота. Такая пощечина разбудила игроков «Динамо». Игра перевернулась полностью, и нападающий бело-голубых Антон Кобелко за 4 минуты дважды отправил мяч в ворота гостей. И уже под мяч ложится сейчас защитник Тюмени. Подача, еще удар! Подача, удар! Второй отрезок матча. Много атак было у обеих команд, но гол смогли забить только гости. Тем самым сравняли счет в матче. Вынес мяч очень удобно, неудачно, шикарная передача. Мяч сыграется по удар. 2-2. Ничья, и команды отправились пробивать 11-метровые удары. Богдан Карюкин отбивает 2 удара гостей. Ну а решающий пенальти исполнил Евгений Щербаков. Хочу поздравить, наверное, наш, скажем, барнаульский многосторонний футбол. Наверное, давно у нас не было выходов таких, скажем, грандиозных успехов. Возможно, может быть, где-то мы где-то на фарте, конечно, отскочили, можно по-разному сказать. Но все-таки я очень благодарен ребятам. Согласно новому регламенту Кубка России, в элитном раунде образуется группа из 3 команд. В ней будет «Динамо Барнаул», команда из ФНЛ и вишенка на торте – клуб из российской премьер-лиги. Из самых известных – это возможный приезд московского ЦСКА или «Динамо», а также Ростов или Краснодар. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов. День с толком.